Переходим к уровням. Уровни. А у нас новинка, недавно поступила в Россию. Уровень Slim 20 сантиметров. Небольшой спойлер, в первом квартале следующего года мы ожидаем еще его магнитную версию. Он стоит в районе 700 рублей, вот такой вот маленький удобный уровень. Да, вот сейчас Николай держит, у нас есть уже магнитный вот такой уровень. Но будет еще и Slim, который можно родить, потому что прорезиненные боковины. Итак, по уровням. Коробчатый уровень, как мы называем, box level, да, который вот корпус как, вот, как прямоугольная коробка. У нас три вида уровней. Вот канал Папа Карло уже освещал подробно уровень backbone. Да, самый чем мы на нем только не делали, и прыгали, плясали, ломали. А вот сейчас, вот как раз, когда у нас три уровня сразу, мы объясним нашим зрителям, почему такое. Достаточно просто. Три линейки уровней, да? И чтобы понять разницу между ними, просто нужно снять заглушки. И ты сразу все увидишь, разницу в толщине профиля. Да. За что вы платите деньги? Вот за что вы платите деньги. Ну, помимо всего прочего, в бэкбоун, вот я тоже еще там вторую заглушку снял, видишь, вот эта вот алюминиевая поддержка, самый большой в классе, мы еще пока не нашли других уровней конкурентов, у кого бы поддержка основного визора была такая там большая алюминиевая, как станина, не станина, там основа такая специально поддерживает, чтобы этот уровень был очень точный. И, ну, потом... А вот эти черные полоски на глазку? Черные полоски на глазку? Это у Солы, что ли, вот, подсмотрели? Кстати, по уровням у нас тоже своя фабрика. И Empire, я знаю. И сейчас новые уровни, которые поступают, ты даже будешь видеть по документам, и на самих уровнях будет написано Made in... USA? Нет, Вьетнам. Да. Слушай, а ну эти уровни Empire, они в Америке, это же ваши уровни, TTI-евские, нет? Это уровни TTI-евские, но... Голубого цвета, по-моему, они. Они на самом деле, они на картинке смотрятся, опять-таки, очень похожи. На самом деле, если ты положишь рядом, они... Отличаются, все, да? Отличается. Ну, маркетингу все разведено, знаешь, чтобы... Мухи отдельно, котлеты отдельно. Да, тяжело было сравнить. Поэтому, когда покупаете уровень, обязательно снимите крышечку. И посмотрите, кстати, вот эти уровни Slim, ребята, обратите внимание, кто пользуется тоже красными уровнями, но... Капра! Не стесняйся, говори. Но они по ценнику примерно как Капра, да? Да. Ну, да. Нет, ты плохо. Вот еще раз пересмотри цены. Что, Капра дороже, что ли? Да. А, посмотри, это с магнитом, да, но если с магнитом смотреть, то да, нет, может быть. Нет, ты с магнитом, ты like-to-like посмотри. У меня даже табличка есть, я тебе просто покажу. А цены Капра ты сам можешь проверить без меня. Все уровни есть как версии с магнитами, так и версии без магнитов. Причем, если брать нашу самую доступную по цене линейку уровни Slim, все Slim'ы до 180 сантиметров фрезерованная поверхность и канавка для того, чтобы ставить на трубу, на круглые поверхности. Но не все, смотри, а вот на этом уровне нет, да? Ты... Это я про Slim сказал. Понял. Фрезерованные все. Ну, но канавка есть только на Slim. На точность, не на прочность, я подчеркиваю, а на точность, мы даем гарантию 10-20 лет. Это как у ваших конкурентов, да, примерно? Да. Да. Как у Стабила, например. Да. То есть приносите туда, где купили, и мы этот уровень меняем. Но я не припомню, что кто-то прям приносил уровни там через какое-то время, чтобы они не работали. Поэтому классные уровни, наше собственное производство. Смотрите цены, смотрите, за что вы платите деньги. Помимо вот таких вот основных базовых уровней, у нас есть небольшие такие мини-уровни, да. Вот есть литой уровень, на котором есть вертикальный глазок. А глазок как у взрослого, Саня, какой здоровый. Да. Здесь вот этот глазок. Кстати, я забыл сказать, что так как мы на канале защита Папа Карло, от ультрафиолета стоит. Мы полностью честны, и честно вам говорю, уровни Slim не работают вверх ногами. Так это у большинства производителей не работает. Только единичные серии, которые работают, на них написано прямо на самом уровне, что он может я работать. Я просто предупреждаю. Мы здесь открыты, честно, то есть это вот, если ты хочешь вот так вот что-то замерить, то... Это вам нужен не Slim, а уже... Компакт. Ну, кстати, у ваших еврейских братьев там же там них, тоже не у них тоже не работают, да. Они и на желтых тоже не работают вверх ногами. Дешевая линейка. Все линейки, которые от 3 рублей начинают. Ну, ты знаешь, я вот предпочитаю сразу заранее сказать, чтобы потом не было вопросов. А вот такой вот уровень, полностью литой.
Есть третий глазок, который вот фиксируется, но вы можете поставить нужный вам, задать нужный, здесь есть такой указатель углов. Он магнитный, он с вырезом по трубу, классный уровень, рекомендую. Для тех, кому нужен такой уровень поменьше, тоже с магнитом, с вырезом под трубу, но просто вы выставляете нужный вам уровень. А тематики у вас нету для электриков, чтобы можно было розетки вот листать? Пока нет. Вот я понял, о чем ты говоришь. Целозавод завели, а для электриков ничего не сделали. Не все сразу. Штабилы и у Капра-то есть, и они очень популярны, кстати. Даже у Соло есть, это уже три фирмы, которые производят. Николай, ты, давай подсчитаем по-другому. Milwaukee ручным инструментом занялся вообще не так давно. И если ты посмотришь, когда Milwaukee занялся ручным инструментом, и какое количество сегментов и новинок за это время у нас вышло, у нас, можно сказать, у нас не было форы, мы начали заниматься этим позже, а сразу объять необъятное тоже нереально. При том, что если мы ставим на что-то логотип Milwaukee, это должно быть очень хорошего качества. Офигенно. Да. То есть никаких компромиссов. Уровень магнитный, здесь у него точность поменьше, в каталоге указано, чем у этого уровня. У него есть глазки, через которые вы видите, можете на трубу поставить, можете прикрепить. Такой маленький карманный уровень. Монстр. Да. И если говорить про... Монстр? Если говорить про монстр, то да, ладно. Сейчас многие ухмыльнулись перед мониторами или телефонами. Электронный уровень. Я бы хотел просто очень коротко остановиться всего лишь на трех вещах. Первое. В отличие от других производителей, мы под этот уровень сделали свой корпус. То есть мы не стали электронику ставить в какой-то существующий уровень. Этот уровень был полностью разработан с нуля, то есть этот корпус был разработан именно для этого уровня. Это первое. Второе. И на мой взгляд, самое важное отличие от других электронных уровней, он не требует калибровки, потому что если берешь другой электронный уровень от другого производителя, ты поставил, калибровал его, поработал, а самое интересное, когда ты отходишь там на пару метров, тебе его нужно перекалибровывать. Здесь ничего перекалибровывать не надо. Он всегда, он один раз откалиброван на заводе, и больше калибровок ему не требуется. На этот уровень гарантия, как и на инструмент, год, при регистрации 3 года. Итак, специальный корпус, отсутствие калибровки. И третье преимущество, этот электронный уровень заряжается от USB. То есть, как правило, USB сейчас везде есть на подхвате, и здесь, многие ругают, что нет USB-C, а этот разъем уже устарел морально, старый, микро-USB. Тем не менее, это не батарейка, которая села, и нужно бежать в магазин за батарейкой. А мне кажется, что еще неплохо было бы это, воткнуть старый добрый пузырьковый, но мало ли батарейка сядет. Нет, вот по этому поводу наши... Точно не будет, да? Сказали, что да, вот мы специально сделали его без пузырьков. То есть это было продумано, что пузырьки этому уровню уже не нужны. Теперь немножко про функционал. Фишка первая. Здесь регулируется как точность, так и допуск. То есть мы можем сказать, что мы хотим измерять углы с точностью до сотой, но с допуском 5 сотых. Понимаешь, да? То есть тебе нужно, у тебя при измерениях каких-то, да, этот уровень не для всех, там, не всем он нужен. Чувак, всю жизнь в этой херне пользоваться, какие соты, какие доп соты. А ты знаешь, вот есть какие-то применения, это, да, это нишевый продукт, но есть применения, где вот нужны такие допуски. Кстати, на сегодняшний момент он является самым точным уровнем на рынке. То есть, если вам нужна точность 5 сотых, да, то как раз вот с этим уровнем или там 6 сотых вы сможете это сделать, потому что и погрешность, когда ты ему делаешь, кстати, точность до сотой, его прям вывести в ноль очень тяжело. Вот. И у него есть приколюха. Вы можете еще задать не только горизонт, вертикаль, да, а вы можете задать ему тот угол, там, нужно вам 29 градусов. И когда вы будете подгонять, он будет издавать сигнал. Так мало того, он еще, если вы проскакиваете, он разной тональности, как парктроники, машины передние и задние. В одну сторону тональность одна тональность, в другую другая тональность. Но это вот основные фишки этого уровня, которые я хотел рассказать. Ну, давай тогда еще пару слов по вот эту тему расскажем. Это у нас не измерительный инструмент, конечно, но разметочный. Ну, и сматывается как рулетка. У нас появились в ассортименте шнурки. Мела у нас нет в ассортименте, слава богу, а шнурки есть. Фишка этой шнурки, что у нас есть 30 метров и 50 метров.
Фишка этой шнурки, что здесь стоит редуктор 1 к 6, по-моему, или 1 к 4. И сматывание происходит очень быстро. Потом есть крепление для кольца и фиксатор. А самое главное, одно из преимуществ, самое главное преимущество, это, конечно, редуктор. То, что очень большое отверстие для засыпания мела. Очень удобно засыпать мел. Угу. И в качестве, чтобы добить танцем, есть сменные шнуры на складе у нас. Шнурка, и если говорить еще про то, что там сматывается, еще у нас вышли протяжки. Протяжки есть побольше, есть поменьше. Они уже в России. И протяжки есть двух видов. Со стальной проволокой, ну, со стальным зондом, да, если правильно говорить, и с диэлектрическим зондом. Ну, пластиковый. Да, там, а ее можно как бы, ну, для чистки канализации сразу использовать? Нет, у нас для этого другая машина. А похож зонд просто очень. Ну, похоже, да. Вот такие ручные протяжки, они легкие, удобные. Интересно. Ну, под каждую необходимость. Ну что, закончим на этом, да? Большое спасибо, что посмотрели наш обзор на измерительную технику и немножечко больше. Я думаю, это для вас было очень интересно, поэтому обязательно поставьте лайк за наши труды, подпишитесь на канал. С вами была компания Милоки и Папа Карло. Пока! Пока!